Тем временем, по последним данным, в Якутии заготовили 16% сена от планового объема. Это почти в два раза меньше, чем заготовили в прошлом году в этот же период. В целом, по республике к концу сезона должны скосить почти 500 тысяч тонн. Всего на сенозаготовках заняты по региону 35 тысяч человек.